Вы смотрите «Мытищинские новости». Смотрите их каждую неделю с коллегами и друзьями. И вам будет счастье! Сережа и Миша не смотрели наши новости. И даже в день города и района они сидели во дворе, играли в карты, пили пиво и щелкали семечки. И как их подружки не уговаривали, никак не соглашались куда-нибудь сходить. А Оля и Андрей наши новости смотрели и знали, что в 15-м микрорайоне будут высаживать молодежный бульвар. Они туда пришли и вместе с другими активистами посадили по каштану. Теперь они планируют следить за тем, как растут их деревья. А 15 сентября участие в акции «Студенческий лес». Ведь еще более чистый и зеленый город – это же счастье! Мытищинские коммунисты не смотрели наши новости. Вместо этого они объединились со справедливороссами и подали в суд на кандидата в главы района Александру Сапу, требуя снять ее с выборов из-за нарушений в сборе подписей. И теперь Александра не знает, можно ей все же агитировать избирателей за себя или пока не тратить деньги, вдруг и правда снимут. А Дмитрию Баранову, Сергею Ионову и Алексею Степкину избирательная комиссия уже однозначно отказала в регистрации, и они могут больше не переживать за выборы, а совершенно спокойно заниматься другими важными и нужными делами, на которые раньше не хватало времени. А это же счастье! Альберт Квасюк не смотрел наши новости. Вместо этого он ссорился с женой, потому что не хотел сидеть дома с ребенком. А хотел пойти в арену Мытищин смотреть игру «Атланта» с хабаровским «Амуром», потому что был страстным хоккейным фанатом. А его тесть Константин Олегович наши новости смотрел и знал, что можно никуда не ходить. Поэтому он спокойно забрал внука к себе, пригласил старых друзей. Они все вместе расселись перед телевизором, смотрели матч в прямом эфире, дружно болели за любимую команду, хлопали и кричали «Гол!», а попутно еще объясняли маленькому Ване правила игры. И это было полное и всеобщее счастье. Жить в Мытищинском районе – счастье!